Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня у меня понедельник, да, сегодня 2 августа, и в этом видео мне хочется немножко с вами поболтать и подвести вязальные итоги за предыдущий месяц. Кратко, но максимально информативно рассказать вам о 4 готовых работах, которые мне удалось связать в июле. И по вот этой стопочке, я думаю, друзья, вы можете заметить, что июль у меня прошел весьма продуктивно в плане вязания. Я смогла связать 2 крупных взрослых плечевых изделия. Это, кстати, кардиганы. Я их связала для себя. Также у меня связан детский кардиган из кедмахера, такого пушистенького зеленого. Вот. И также я связала носки. О них мы тоже с вами поговорим в этом видео, но уже, скорее всего, в конце. Я только что посмотрела на эту стопку вещей и поняла, что в июле я вязала только кардиганы. В общем, я объявляю официально июль месяцем кардиганов, и кажется, что к осени мы с Оливией готовы. Значит, друзья, я прежде чем перейти к детальному обзору готовых работ, хотела напомнить, что всю подробную информацию, которую я буду озвучивать в этом видео, все ссылки, которые так или иначе будут звучать, я обязательно для вас пропишу в инфобоксе. Также вы там сможете найти тайминг, то есть поминутную разбивку видео на части. Там указана минутка и написано, о чем, каком изделии я рассказываю на этом времени. И если у вас возникнет необходимость немного промотать вперед, либо вернуться и переслушать информацию еще раз, вы сможете легко это сделать. Вот, поэтому заглядывайте в инфобокс, там для вас я всегда стараюсь максимум полезной информации оставить. Вот, в общем, это была, наверное, вся такая общая вступительная информация, и теперь мы с вами переходим непосредственно к готовым работам. Надеюсь, вы любите такой формат видео. Если это так, то не забудьте поддержать это видео лайком, поскольку я очень стараюсь, готовя ролики о готовых работах. Они у меня максимально времязатратные, и если та информация, которую я здесь для вас озвучиваю, окажется для вас полезной, то просто можете сказать мне спасибо, поставив лайк этому ролику. Мне будет очень приятно. В общем, мы с вами начинаем и переходим к готовой работе номер 1. О готовых работах я начну, наверное, в хронологическом порядке и покажу вам первую работу, которая была связана в июле. Это вот такой вот очень красивый, очень нежный детский кардиган. Так, я надеюсь, что я уставила вам уже фотографии, и вы смогли посмотреть, как это изделие смотрится на модели, для которой он был связан. Значит, как я сказала, это детский кардиган, связан для моей дочери на возраст 4 года. На самом деле, Оливии еще нет 4, но она довольно высокая, поэтому кардиганчик ей уже пришелся в пору. На самом деле, сейчас очень сложно показать вам изделие, чтобы вы могли оценить какие-то нюансы, поскольку все-таки это кедмахер бобинный, и кардиган очень нежный, невесомый, поэтому он слегка вытягивается на плечиках. Так, данное изделие я вязала в рамках тестирования описания от украинского дизайнера. Девушку зовут Алена Михайлова. Я, наверное, оставлю вам в инфобоксе ссылочку на ее инстаграм, и вы сможете перейти и ознакомиться с ее творчеством, если для вас это актуально. Мне нравятся ее работы, мне нравятся ее мастер-классы, поскольку они всегда очень технически продуманы, проработаны. С ними может справиться как и начинающая вязальщица, так и для опытных вязальщиц. Ее мастер-классы могут быть полезны, поскольку там всегда много каких-то новых, необычных техник, каких-то приемов вязания, и всегда можно научиться чему-то новому. Несмотря на то, что я часто вяжу узором английской резинкой, и вообще вязание кардиганов — это одна из моих любимых тем, помимо лапопейс, то
Я не думала, что в ее мастер-классе я найду что-то для себя новое, но, как оказалось, я тоже смогла научиться чему-то новенькому. В особенности я смогла освоить технику вывязывания укороченных рядов на английской резинке с накидами. Я знаю, что обычно, если хотят использовать узор английская резинка и связать укороченные ряды, то используют не классическую английскую резинку, а берут полупатентную, когда провязывается лицевая петля вниз лежащий ряд. Вот. Но здесь именно укороченные ряды с обернутой петлей на английской резинке с накидами. Очень интересная техника. И также я для себя попробовала новую технику. Это шов петля в петлю на английской резинке, опять же, по закрытым петлям. Тоже довольно интересно, и я думаю, что в будущем я буду использовать эту технику, если захочу связать шовной кардиган таким вот узором. Итак, давайте немного деталей о том, как связано это изделие. Как вы понимаете, это полностью шивной кардиган, и все эти швы, которые здесь сделаны, они преследуют определенную цель – придать стабильность конструкции. Как вы понимаете, кардиганчик легкий, абсолютно невесомый, это кедмахер всего в две нити, поэтому, чтобы создать определенные ребра жесткости у этого изделия, здесь предусмотрены швы. Сшиваются как рукава, так и присутствуют боковые швы и плечевые швы. Также здесь специально вот так вот оформлена планка, которая набирается из кромки для того, чтобы это изделие подсобрать и зафиксировать на нужную длину. Как бы английская резинка — это не самый стабильный узор, поэтому здесь все продумано и выверено до мелочей. Так, о конструктиве я вам рассказала, теперь давайте поговорим о пряже. Я, наверное, на экране пропишу для вас информацию о материалах, которые я использовала. Вязала я этот кардиган из очень бюджетного бобинного, скорее всего, стокового кедмахера, который даже кедмахером язык не поворачивается назвать, поскольку в составе только 30% кедмахера, 30% полиамида и 40% полиакрила. Этот бюджетный кедмахер называется Virginia от бренда Ecofil, и покупала я его, наверное, больше года назад, когда была в отпуске в Украине. Там я нашла очень доступный по ценам инстаграм-магазин бобинной пряжи, и там, собственно говоря, прикупила несколько бобинок. Могу сказать, что эта пряжа меня покорила своим цветом. Он очень глубокий, такой насыщенный, зеленый, лесной. Не знаю, хорошо ли сейчас вам передается оттенок, но он непростой, он очень-очень красивый. Плюс эта пряжа довольно мягкая. Она приятная, несмотря на свой такой беспощадный состав, я бы сказала. Единственный момент, когда я почувствовала акрил в составе, это был процесс стирки. Вот когда я кардиган намочила, начала его стирать руками и потом отжимать, тактильно коже было неприятно, вот этот вот скрип такой от акрила, но в процессе вязания, и вот даже сейчас я держу кардиган в руках, я не чувствую никакого акрилового здесь намека, назовем это так. Кстати, расход у пряжи тоже потрясающий, на это изделие у меня ушло только 97 грамм. Кстати, основной узор, английскую резинку, я вязала на спицах номер 6, на деревянных. Всю обработку, а именно резиночку на манжетах, по низу изделия, вот, и по планке, кстати, это просто резинка 1 на 1, я вязала на спицах номер 4,5. Использовала для этих целей металлические спицы, и на самом деле вязать такой кедмахер на спицах металлических было весьма неудобно, поэтому обработка у меня заняла больше времени, чем я рассчитывала. И все петли в этом кардигане я закрывала иглой с имитацией наборного края. Вот, длинный хвост. Не знаю, видно вам что-то было или нет. Возможно, я подсниму какие-то нюансы на столе и вставлю, если вдруг будет плохо видно. Вот, так что такая информация о данном кардигане. Еще раз повторюсь, изделие получилось очень универсальным. Благодаря такому простому цветовому решению, да, что это такой темно-зеленый цвет, этот кардиган прекрасно вписывается в повседневный такой базовый детский гардероб, и он прекрасно выглядит как с джинсами, с какой-нибудь белой футболкой, так и с платьем, получается вполне нарядно и в то же время не слишком официально. То есть ребенок может и в детский сад пойти, и куда-нибудь в гости, тоже выглядит очень-очень красиво. Кстати, хочу сказать еще несколько слов о пуговицах. Эти пуговицы мне подарили, это деревянные пуговицы от бренда Knit Pro. Очень они красивые, легкие, и они прекрасно вписались в это изделие. Дело в том, что изначально я хотела украсить этот кардиган металлическими пуговицами с камешками, но пуговицы были очень тяжелые, и они беспощадно растягивали планку, деформировали ее. И я отказалась от металлических пуговиц в пользу таких вот деревянных, и абсолютно не пожалела. Они прекрасно дополняют этот кардиган,
и добавляют ему такую вот изюминку. Так что да, друзья, вот это мое первое изделие. Как всегда, информацию об авторе, описание я оставлю для вас в инфобоксе. Я думаю, что это была вся полезная информация, которую я могла вам озвучить на данный момент по поводу пряжи, спиц. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы всегда их можете задать в комментариях, и я обязательно вам отвечу. Либо в отдельном влоге отвечу на ваш вопрос, либо прямо в комментариях напишу вам те моменты, которые вас интересуют. Значит, об этом изделии мы с вами поговорили, и давайте перейдем дальше. Значит, друзья, следующей готовой работой июля у меня стал вот такой вот кардиган. Это, наверное, самая большая и в то же время самая спорная готовая работа за этот месяц. Я сейчас постараюсь отойти и показать вам кардиган целиком. Так. Надеюсь, вам видно. Как я уже сказала, изделие получилось довольно большим, и его крайне сложно показать в кадре. Я надеюсь, что я оставила вам какие-то фотографии, и вы смогли посмотреть хотя бы в нюансах, как кардиган сидит на мне. Первый момент, который я хочу озвучить, это то, что кардиган получился для меня слишком большим. То есть, как уютная бабушкина кофта, да, он отлично подходит, но он все равно получился больше, чем я рассчитывала его получить. То есть, у меня здесь есть либо нюансы в расчетах, либо все-таки пряжа себя повела немного непредсказуемо. Мне это еще предстоит выяснить, и как только я это сделаю, тогда я буду решать дальнейшую судьбу мастер-класса. Если все-таки ошибка была у меня в расчетах, то я просто их скорректирую, да, и озвучу в мастер-классе. Если же это нюансы пряжи, то, скорее всего, я попробую связать еще одну версию кардигана из другой пряжи, еще раз перепроверю все свои расчеты, и тогда мастер-класс увидит свет. Я знаю, что многие из вас его ждут, но, друзья, придется подождать. Как вы знаете, я очень ответственно подхожу к выпуску мастер-классов, и непроверенные изделия я никогда не выпускаю. Вот просто связала и сразу выпустила, у меня такого нет. Если я в чем-то сомневаюсь, то я всегда 20 раз перепроверю. У этого кардигана очень интересная конструкция, сейчас я попытаюсь вам ее показать. Это спущенное японское плечо. Вот здесь у меня заканчивается линия плечевого скоса. И вот линия плечевого шва. Особенность в том, что она уведена на спинку, да? Вот так это выглядит. Я специально не акцентировала внимание на плечевом шве, поэтому он у меня здесь скрыт. Но на изнанке это очень хорошо видно. Также одной из особенностей данного кардигана является планка. Она здесь связана резинкой 1х1, то есть одна лицевая, одна изнаночная. Но лицевые петли я снимала для того, чтобы получить вытянутую лицевую петлю. И еще один момент, это то, что планка вяжется здесь уже по готовому изделию. То есть она привязывается после того, как кардиган был полностью связан. И вяжется от одного угла снизу, вот так вот, раз, и ко второму углу. Это, в принципе, довольно удобно, довольно быстро, но это кропотливо, поскольку требует внимательности в подъеме петель. Нужно поднять петли с одинаковым шагом по одной и по второй стороне кардигана, также определиться, где и на каком уровне у вас будут отверстия для пуговиц, вот, и сразу их там сделать. Дело в том, что я забыла, на какой стороне должны быть пришиты пуговицы на женском кардигане. И я сейчас до сих пор не уверена, что я пришила правильно. Но на самом деле меня это не очень волнует, но для мастер-класса, мне кажется, это важно, да, озвучить, на какую сторону нужно делать пуговицы. Поэтому я здесь пришила просто кнопки. И сверху у меня такой муляж пуговиц. Вот. Дело в том, что этот кардиган я ношу в основном в застегнутом состоянии, и он настолько большой, что я его вот так вот на себя как кофту просто одеваю.
Еще одной особенностью кардигана являются здесь карманы. Это вточной карман, и это очень удобно, это очень уютно. Выглядит это довольно симпатично, как вы можете заметить. И вот такой вот большой карман, куда прекрасно входит мобильный телефон и еще куча всяких мелочей, вот, которые иногда нужны дома. И если, друзья, подводить итог всему вышесказанному, то я могу резюмировать это так, что кардиганом, в принципе, я довольна. Он получился именно таким, каким я его задумывала, за исключением слишком большого размера. Но, опять же, мне кажется, что это моменты, связанные именно с пряжей и с тем, как она себя повела. И те функции, которые я хотела, чтобы этот кардиган выполнял, он, в принципе, выполняет. Он меня греет, он легкий, он уютный, и у него огромные вместительные карманы. Он всегда у меня под рукой, я в любой момент могу его одеть, в любой момент в него может завернуться Оливия, когда она хочет. И, в принципе, все окей. Кроме того, что я так до сих пор и не поняла, то ли эта пряжа настолько сильно растянулась, что не было показано в образце, да, на этапе вязания еще этого кардигана, то ли я действительно где-то промахнулась в расчетах. Поэтому я пока не спешу с выпуском мастер-класса. Все-таки мастер-класс — это та вещь, к которой нужно подходить максимально ответственно. Я надеюсь на ваше понимание, друзья. И, конечно же, мне хочется, чтобы вы тоже могли связать подобные кардиганы. Но мне также хочется, чтобы вы избежали перевязов. Дело в том, что пряжа, из которой я вязала этот кардиган, это пряжа от бренда Lang. Я вам сейчас покажу моточек. Значит, друзья, свой кардиган я вязала из вот таких вот потрясающих пухленьких моточков от бренда Lang Yarns. Пряжа называется Ario. И она состоит на 66% из мериносовой шерсти, 29% здесь полиамида и 5% вискозы. Вискоза — это вот эти вот крапушки твидовые, которые вы видите. Поскольку пряжа — это шнурочек, то полиамид здесь используется как раз в качестве основы для шнурка, и шнурок так щедро набита мериносовая шерсть. Пряжа очень плотненькая, на 50 грамм здесь 150 метров, и вот этот моток, он весит 50 грамм. То есть моток огромный, мне кажется, он размером с мою голову. По метражу эта пряжа очень похожа на Air от Drops, но я бы сказала, что Drops немножечко тоньше. Все-таки пряжа от Lang, она потолще, и она немножко отличается. Все-таки я вязала из Air, у меня есть Air дома, и я могу сравнить, и вот все-таки Lang, она немного другая. Air — это именно шнурок, внутри которого находится пух, и там и шерсть, и альпака, а здесь шерсть как бы очень сильно набита на этот шнурок, и ниточка получается более объемной. Не знаю, видно вам это будет или нет. Давайте я вот так постараюсь показать. Ниточка более толстая за счет другой набивки шерсти. У меня расход на вот этот огромный кардиган просто очень меня порадовал. Всего 7,5 мотков ушло. При том, что я вязала карманы, вязала рукава очень длинные, также планка, в общем, плюс куча образцов было. Наверное, я бы уложилась в 7 мотков, если бы я не вязала кучу образцов, которые меня в итоге подвели. В качестве спиц я использовала спицы номер 6 на вязание основного полотна кардигана, а также спицы 4,5 для вывязывания резинок и планки. Но по тому опыту, который я получила в кардигане, я бы, наверное, брала спицы еще меньше. По крайней мере, на резинку по низу и на манжеты по рукавам я бы брала спицы, наверное, 3. Вот серьезно, потому что резинка просто вот расплылась и разошлась юбкой. Я в своих влогах рассказывала о том, сколько сил у меня ушло на то, чтобы как-то заблокировать этот кардиган и убрать вот этот эффект юбки солнца по низу кардигана. Вот. Либо нужно выполнять убавки и резинку все равно вязать гораздо-гораздо на меньших спицах. Так что да, друзья, теперь мне осталось только придумать, как эти все нюансы, которые у меня всплыли в процессе влажно-тепловой обработки данного кардигана, уложить в рамки мастер-класса, сделать это максимально понятно, доступно для понимания большинству людей. И я не исключаю, что мне придется связать еще один кардиган для того, чтобы упростить как процесс вязания данного изделия, так и позволить вам избежать перевязов. Дело в том, что пряжа, которую я использовала для данного кардигана, она имеет свой характер, и к ней нужно найти подход. Она не терпит перевязов, и вряд ли вы сможете распустить. У меня были сложности с вязанием планки. Я сначала немного промахнулась, забыла сделать отверстие для пуговиц, решила распустить, но у меня ничего не получилось. Я
попробовала распустить несколько рядов, у меня просто рвалась нить, поэтому я решила дальше не мучить кардиган, дабы не разорвать полотно. И поэтому у меня на кардигане кнопки, да, вы понимаете. И для того, чтобы вот уберечь вас от каких-то ненужных перевязок, я хочу сделать этот кардиган вот таким, чтобы человек сел и связал без единого перевяза. Вот, поэтому я буду еще наработать над этим изделием. В принципе, на данный момент мне добавить больше нечего. И да, мы с вами переходим дальше, я покажу вам еще один кардиганчик. Давайте с вами продолжим, и я покажу вам еще один кардиган. Я надеюсь, что я вставила вам уже какие-то фотографии, и вы смогли посмотреть, как это изделие смотрится на мне. Дело в том, что на данный момент я еще пока не сделала никаких фотографий, но я планирую исправиться и обязательно их сделаю до выхода этого ролика. Я сейчас немножко отойду и покажу вам целиком изделие. На этом кардигане не предусмотрено никаких застежек, то есть это просто вот такой вот распашной кардиган. Здесь нет карманов, то есть он очень-очень простой, максимально базовый. Моделью этого кардигана я вдохновилась в Instagram. Я обязательно оставлю вам здесь фотографию, как выглядело изделие, которое я увидела, и вот просто поняла, что дальше без такого кардигана я не могу жить. Ссылочку на профиль данного Instagram-магазина я оставлю вам внизу в инфобоксе. И это магазин, который продает вязаные вещи, то есть это не описание, это именно готовые работы, которые можно непосредственно купить. Как я понимаю, магазин находится в Украине, но это не столь важно. В общем, увидела я этот кардиган и поняла, что хочу вот такой точно. На фотографии в магазине кардиган связан из хлопковой пряжи, либо из какой-то смесовки. Я вязала из бобинной пряжи. Сейчас я вам покажу эту бобинку. Значит, друзья, вот таким вот образом выглядит пряжа, из которой связан мой кардиган. И да, я вязала в две нити. Основа кардигана — это вот такой вот шнурок. Здесь просто дикая смесовка. 36% шерсти яка, 17% шерсти, как я понимаю, овечий, 26% хлопка и 21% полиамида. Пряжа называется Summer Yak. Я обязательно напишу вам информацию о составе и метраже пряжи на экране. Кстати, это шнурок 220 метров на 100 грамм. Как я понимаю, это у меня пряжа из магазина Мануфактура, и мне ее подарили. Это украинский магазин пряжи, если что. Также мне пришел в подарок вот такой вот потрясающий пушистик. Кстати, эту пряжу мне подарили два разных человека. Но посмотрите, как она идеально подружилась. И эта пряжа называется Baby Yak. Здесь в составе 92% Baby Yak и 8% полиамида. И уже 1000 метров на 100 грамм. Я соединяла эти две ниточки между собой и вязала узор, это двойной рис, на спицах номер 7. Вся обработка, а именно резинки по низу, на планке и на манжетах у меня связаны на спицах номер 4,5. Дело в том, что эта пряжа очень плохо держит резинку, и если ее вязать на спицах большего размера, она выглядит кривой, косой и расхлябанной. Вот, поэтому спицы 4,5 при моей плотности вязания идеально подошли для вязания резинок, а вот основной узор я вязала аж на спицах номер 7. И полотно получилось очень классным, мягким и пластичным. Что же касается общего расхода пряжи на данное изделие, давайте еще раз вам покажу, что кардиган не маленький. Расход вполне приятный. Общий вес кардигана составляет 553 грамма. Вот на данный момент это уже с учетом обрезанных всех кончиков, заправленных всех нитей и после влажно-тепловой обработки. Я, к сожалению, не взвешивала пряжу по отдельности, поскольку большая часть пряжи, которую я использовала для вязания кардигана, это были распущенные нитки с предыдущих моих проектов, не очень удавшихся из этой пряжи. Вот, поэтому я не могу вам озвучить, сколько конкретно грамм
какой пряжи у меня ушло, но я подразумеваю, что большая часть веса приходится именно на пряжу самарьяк, а бабийяк на полиамиде – это совсем небольшой процент веса. Вот. Значит, давайте немного конструктивных особенностей, как я вязала этот кардиган. Значит, во влогах я, конечно же, уже освещала процесс его вязания, но вдруг вы не смотрели, давайте в нескольких словах. Значит, данное изделие связано снизу вверх, то есть сначала я набирала резинку и вязала по прямой до проймы. Кстати, тело здесь связано единым полотном, то есть я сразу набирала необходимое мне количество петель на обхват и вязала полочки и спинку вместе до линии проймы. Включая обработку, высота до проймы составляет 48 сантиметров. Далее я переходила на раздельное вязание полочек и спинки изделия. Сначала вязала одну полочку. Так, где тут рукав? Вот. Сначала вязала одну полочку, она связана по прямой, но по V-образному вырезу здесь выполнены 7 убавок с одинаковым интервалом. Высота полочки составляет 24 сантиметра. Изначально я планировала выполнить скос плеча укороченными рядами, но потом поняла, что это выглядит довольно безобразно на таком узоре. Это слишком заметно, слишком явно, и сама пряжа настолько пластичная, плюс под весом кардигана это очень хорошо все растягивалось, что я решила отказаться от скоса плеча и просто связала его по прямой. То же самое я сделала со второй полочкой, то есть вывязала на необходимую мне высоту, напомню, от проймы до момента, где у меня заканчивается плечо, у меня отвязано 24 сантиметра. Далее я перешла к вязанию спинки. Спинка также у меня вязалась по прямой. Изначально я здесь предусмотрела углубление горловины по спинке, но опять же потом от него отказалась из-за того, что получалась огромнейшая такая яма, не знаю, просто там на пол спины. Вот, поэтому вырез горловины я также по спинке убрала. И для того, чтобы сформировать все-таки какое-то небольшое углубление, я петли закрывала при вязании последнего ряда. Вот. Плечи по спинке и по полочкам я соединяла методом трех спиц. По изнаночной стороне это выглядит вот такой вот косичкой. Так. После этого из проймы я поднимала петли и вязала рукав по прямой. Перед манжетом я выполнила одну интенсивную убавку, провязав по 2 петли вместе. Таким образом, я уменьшила количество петель на спицах вдвое и связала резиночку. Кстати, резинки, напомню, я вязала на спицах 4,5. Также на 4,5 у меня связана планка и низ изделия, резинка также обработана на спицах 4,5. Петли я на планке и по манжетам закрывала иглой с имитацией наборного края длинный хвост. Вот. Дело в том, что петли я набирала изначально именно таким способом. И для того, чтобы привести всю обработку к единому внешнему виду, я петли закрывала иголочкой. Вот. Мне очень нравится, как получился этот кардиган. Несмотря на всю свою простоту в плане конструкции, он очень носибелен, очень удобный. Такой хьюги-кардиган. Что еще о нем сказать? И да, друзья, прежде чем закончить тему кардигана, я хотела бы сделать такое небольшое лирическое отступление и сказать, что я всегда стараюсь свои изделия вязать технически правильно. Знаете, там росток, скос плеча, вырез горловины и все такое. Но когда я рассматривала этот кардиган в Инстаграме, там не было ни намека ни на скос плеча, ни на углубление горловины, ни на что подобное. Дело в том, что эта модель оверсайз, она очень свободная. И когда я это увидела, я подумала, нет, вот я свяжу все правильно, я сделаю и росток, и углубление, и скос плеча вывяжу укороченными рядами, и будет у меня вот технически правильный кардиган. Но поверьте, это выглядело очень и очень плохо. Я в своем влоге это показывала, у меня там лежал кардиган на полу, там это все было вывязано, и это выглядело, откровенно говоря, плохо. И когда я от этих моментов отказалась, я взяла, примерила кардиган, и он сел просто идеально. Поэтому иногда стоит отойти от общепринятых каких-то правил и просто связать что-то интуитивно, и вот как в данном случае абсолютно непримечательный кардиган стал моим фаворитом. Вот как бы это странно ни звучало сейчас, поэтому не пишите мне, пожалуйста, в комментариях о том, что я связала неправильный кардиган, он какой-то не такой и так далее. Для меня он самый лучший, вот, он именно такой, какой я хотела, да.
В общем, друзья, теперь это точно все, что я хотела рассказать вам по поводу этого изделия, и мы с вами переходим дальше, и я покажу вам напоследок носки. Друзья, напоследок я покажу вам вот такую вот яркую и жизнерадостную парочку. Это носки, которые я связала для себя. Я надеюсь, что я сделаю фотографии и покажу вам, как они сидят на мне. Очень простая, очень базовая модель. Здесь нет ничего выдающегося, просто лицевая гладь. Единственная изюминка этих носочков – это обработка падалинга. Я оформила ее в виде двойного рулика. Кстати, такой способ обработки носков я подсмотрела на канале у Марины. Канал называется Made by Marinai. И если вы не знакомы с Мариной, то я ссылочку на ее канал оставлю вам в инфобоксе. У нее там много интересных носков, и если вам нравится вязать носки, то обязательно к ней заглядывайте. Я долго не могла найти подход к этой пряже, она слишком яркая и пестрая для меня, и я поняла, что для нее нужно выбирать максимально простой и лаконичный узор, в особенности только лицевую гладь. Вот, поэтому я связала носки очень просто, связала двойной рулик, лицевая гладь по павлинку, пятка бумеранг и ленточный мысок. Вот. Кстати, по поводу пряжи. Это пряжа от бренда Lana Grossa. Называется она Mylin White Nestle Himalaya. Оттенок, кстати, это 5106. Вот так. И по составу здесь 70% шерсти, 20% полиамида и 10% крапивы. На 100 грамм 420 метров. Спицы рекомендуют 2,5-3. Свои носки я вязала на спицах 2,5, но думаю, вполне можно вязать и на 2,25. Я набирала 64 петли. На данной носочке у меня ушло 58 грамм пряжи. Это, в принципе, немного, и хочу сказать, что нога у меня небольшая. Это носки связаны на размер 37 где-то. Так, даже не знаю, что еще вам рассказать. Носки... И носки очень яркие, пестрые. Надеюсь, я их сфотографирую к моменту выхода этого видео, и вы сможете посмотреть, как они выглядят на мне. Так что да, это, наверное, было все полезное, что я могу вам озвучить об этих носках. Если вдруг вы не умеете вязать пятку бумеранг, то заглядывайте на канал к Марине. У нее там есть очень много полезных роликов по вязанию носков и пяток, и мысков, в общем, чего угодно, и вы там много чему можете научиться. Эту пятку я вязала тем способом, к которому привыкла. Это пятка без клиноподъема, самая обычная, самая простая, в общем, да. В общем, друзья, мне кажется, я рассказала вам всю полезную и бесполезную информацию о своих готовых работах. Если видео вам понравилось, то, пожалуйста, не забудьте меня поддержать пальцем вверх. Если вы вдруг не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Впереди вас ждет много интересных видео, в том числе вязальных влогов и полезных мастер-классов. Кстати, если вы ждете мастер-класс на кардиган узором двойной рис, то дайте мне об этом знать в комментариях. Поддержите меня, подбодрите меня. Скажите, что вы хотите мастер-класс на простое изделие, которое без скоса плеча. И я обязательно это видео в ближайшее время выпущу. Вот, на этом я буду заканчивать. Спасибо вам за то время, которое вы уделили на просмотр моего ролика. Мне всегда это очень приятно. Рада буду, как всегда, увидеться с вами в комментариях. И да, друзья, не прощаюсь с вами надолго. Мы увидимся уже очень скоро в следующем видео. До новых встреч. Всем пока-пока.